Друзья, доброе утро! Сегодня я отправляю свой первый дайвинг-тур, и вы едете вместе со мной. Что за красавица? Очень ласковая девочка. All good? Thank you. Можно? Первая остановка Копанган. Мы приехали вот за этим парнем. Стас. Вот он виновник. Вот почему я здесь. В песке. Ничего. Пандан. Мы приехали на остров Тао. Так, друзья, добро пожаловать на остров Тао. Меня облили. Спасибо большое. Вот такой вот маленький уютный остров. Здесь все про дайвинг, про снорклинг. Вот сюда прибывает весь транспорт. И отсюда же все расходится. Сюда на своем байке приехать невозможно. Вот, поэтому нужно арендовать все здесь. Первым делом мы сказали собирать поезд с грузиками. На мой вес 7 штук. Медитативный процесс. Готово. Весят они по 800 грамм. Насколько я понял. Эта штука будет меня удерживать под водой. Ну все, мы зацепили оборудование и едем дальше. Следующий пункт назначения — Нанъюань. Вот мы и подъехали к острову Нанъюань. Чуть попозже мы по нему прогуляемся. Сейчас будем снаряжаться и учиться. Ну ты прям прыгнул, ты даже не шагнул, ты прямо. Вы зажимаете нос. Первый замечательный вариант называется «Дуй зажатый нос». Ну что, инструктаж и первое погружение позади. У меня чехол потек от камеры, поэтому на 360 особо не получилось поснимать. Следующее погружение будет уже с глубокой восьмой. Поснимаю для вас красоту. Сейчас я нахожусь на острове Нанъюань. Он располагается в 500 метрах от Ко Тао. Очень туристическое место. Вот таким пустым его обычно не увидишь. Он состоит из трех таких вот островков, соединенных между собой песчаными косами. Сейчас мне нужно успеть на viewpoint посмотреть и отснять для вас эту красоту. Очень такой аутентичный островок. Я рад застать его настолько пустым. На этом острове всего один отель. Туристов сюда привозят с 10 утра до 5 вечера. Можно остаться переночевать. Обычно раньше, если ты хотел увидеть этот остров пустым, то лучше было, конечно, остаться, чтобы все туристы разъехались. И тогда у тебя будет возможность наслаждаться этой красотой в формате эгоиста. Вот, вода безумно красивая, прозрачная, лазурная. Одно удовольствие. Я очень жалею, что я раньше сюда не приехал. На острове есть очень красивый viewpoint. На него сейчас я и забираюсь. Нужно преодолеть вот эти все ступеньки и подняться на камни. Очень круто. Я не знаю, сколько здесь ступенек, но я уже подустал. Но мне кажется, я уже близко. Ну, собственно, я на месте. Вот такая вот красота отсюда открывается. Оно того стоило. Остров Нанъюань. Нанъюань.
Ребята, какой же я дурак. Реально, я здесь столько раз был в Таиланде и ни разу не приезжал на этот остров. Надо срочно привезти Камилу и детей, показать эту красоту. Дальше едем на Кутау. У нас отдых, обед и едем на Sail Rock. Вот эта махина, говорят, очень солидно выглядит. Спасибо большое. Я совершил классическую ошибку. Я накидался еды и теперь не знаю, как поплавок буду, скорее всего, на поверхности. Выдвигаемся к Sail Rock. Представляю вашему вниманию Sail Rock. Это один из самых крутых дайверских спотов в Сиамском заливе. Я это слышал, теперь надо проверить. Пойду быстренько оденусь и в воду. Остановочка Панган, пожалуйста, проходим, но не задерживаемся, следующая остановка самой. Денежку за проезд передаем, пожалуйста, вперед водителю. Я сегодня Сонька отжигает. Давай, Бо. Спасибо большое. Давай, увидимся. Бай! Следующая остановка Самуи.